Ребятушки, я скибиди туалет бомж! Поделитесь лайком за 3 секунды, и тогда я смогу стать супермощным титаном! 1, 2, 3! О, погоди, братишка, я вижу то, что они поставили лайк! О, наше превращение начинается! О, спасибо вам большое, ребятушки! Вы самые лучшие! Ну что же, друзьяшки, я вас приветствую! С вами я, Жабка, и, конечно же, мой строитель Натор. Всем привет, ребятушки! Ну и сегодня мы с вами проверим, смогут ли новые скибиди-туалеты, камерамены, ну и остальные мутанты выдержать удар поезда! Я с каждой секундой все больше и больше удивляюсь своему подписчику. Он для этого выпуска построил еще мутантов. Это, конечно же, камера Вумен. Вот такая вот, друзьяшки, камера женщина. Спикер Вумен вы видели в предыдущем выпуске. Ну и переработанная ТВ Вумен. Вот она, предыдущая версия. Вообще функционала нету. А вот она, новая версия. Да и к тому же она может, знаете, что сделать? А ну-ка покажи. Вот, друзьяшки, полностью функционирующий телевизор. Он летает, пускает огни, стреляет. Ну и, конечно же, может делать вот так вот. Покажи. Исчезновение. Во-во-во, да-да-да. Очень прикольно сделал. Но не забываем еще про других мутантов. Сейчас я вам их покажу. Машинка Камерамен. Это получается агент. Новый скибиди туалет Пила. Скибиди Бочка. Или же Бомж. Скибиди Мусорный Бак. Тоже Бомж. Камера Вумен показывал. Спикер Вумен показывал. Ну и ТВ Вумен тоже показывал. Скибиди туалет Диджей. Скибиди Паук. Вот такой титан ПК-мен, новый Джимен, гранатометчик, ну и злой ученый дед. Конечно же, 2-0. Ну и кстати, друзьяшки, напишите в комменты заодно, кто же из этих мутантов вам нравится больше всего. Мне вот лично нравится Спикер Вумен. Ну и, конечно же, переработанная ТВ Вумен. Я вот, кстати, могу предположить, кто же все же вам нравится. Это, конечно же, гранатометчик. Не-не-не, ладно, я пошутил. Это вот такой вот скибиди-туалет. Ученый. Новый 2.0. Ну, кстати, да, я так и знал, что подписчикам понравится скибиди-туалет. Ну, конечно, он же все же злой ученый. Поэтому и нравится подписчикам. Кстати, может быть, ты дашь оценку, кто может выжить против поезда? Ну, я вот думаю то, что, возможно, выживет, хотел сказать бочка, но нет. Маленькая машинка Камерамен, возможно, выживет, потому что он маленький. Конечно же, кто-то из вуменов. Ну и, возможно, один из мутантов. Конечно же, титанов. А ты как думаешь? Ну, я думаю так же, но еще я думаю, что паучок выживет, потому что он паучок. Ну, кстати, да, он такой устрашающий. То, что, мне кажется, поезд чисто его стороной объедет. Слушай, слушай, а кто попал в этот видеоролик? Сегодня попадают, конечно же, вот эти вот ребятушки. Обязательно напишите топовый комментарий. Ну и, конечно же, тоже попадете в видеоролик. Ну и вот мы начали наш выпуск. Конечно же, начинает малыш-камерамен, агент. Ну и мои прогнозы, к сожалению, оказались отрицательные. Вот это он разлетелся, конечно, ты видел? Да, слишком быстренько как-то уничтожился. Давай еще один разочек. Ну что, может, в этот раз выживет? И, кстати, нет, не выжил. Блин, у него все механизмы там внутри поуничтожались. А, ну кстати, да. Бедняжечка, он у нас не выживает. Скибиди Пила! Твои прогнозы какие? Выживет или все же нет? 50 на 50. 50 на 50? И слушай, ты, кстати, оказался прав. Ну хотя как прав? 50 на 50. Смотри, он катится. Да-да-да, я вижу. Ну и, конечно же, он у нас выживает. Вроде такой маленький, да удаленький. Ладно, выставляй его победители. И почему он рассыпался? Давай-давай, не притворяйся. Радиоактивная бочка! А что если это скелет, только малыш? Скелет-малыш? В смысле скелет-малыш? Но он же радиоактивный. А, ты насчет этого имеешь в виду? Ну, кстати, возможно-возможно. Еще одна попыточка, давай.
Ну и наш поезд этот бочонок уничтожает по ходу, да? Ну да, не повезло ему. Скибиди-бомж, бомжара, давай! И он у нас уничтожается. Даже не сопротивлялся, прикол? Ну, у него нет выбора. Выбора нету, да-да-да. Сущность слишком слабая. Так, давай-давай-давай, выживай-выживай. Ух ты, подожди, что? Зырь, он рассыпается. А, кстати, да. Офигеть. А почему так случилось-то? Ну, мне кажется, поезд сильно повредил мусорку, там всякие щели образовались, ну и так далее, и она просто, ну, разорвалась на части. Из-за напряжения, что ли? Ну, скорее всего. Ну, значит, этот бомж у нас не выживает. Камера Вумен! И, кстати, почему-то я только заметил то, что у нее на голове автомат. И она уничтожается. Я только хотел сказать то, что она выживает. И уничтожается. Погоди, я не видел! Давай еще один разочек. Так, друзьяшки, наблюдаем. И наш поезд эту ТВ... Вумен, хотел сказать, это же камера Вумен. Уничтожает. И финальная попыточка, давай, дружище. Ну, тут сразу же видно, слишком слабая. Она буквально на детальки маленькие уничтожилась. Ну и спикер Вумен. Вот мне кажется то, что она, кстати, выживет. Потому что она сильнее, чем... Камера Вумен! Ну, кстати, да. Смотри, она выжила. Наверное, потому что она очень ловкая. А, имеешь в виду ловкая, потому что она в сериале танцевала, что ли? Ну да, она вообще такие трюки там делала. Сальтухи всякие, прыжки в длину, ну вообще прям... На все способна, да-да-да. Ну давай еще один разочек, тогда уж. Я уже еду. Давай! И да, друзьяшки, все же спикер Вумен у нас, конечно же, выживает. Вот она умничка, конечно. Согласен. Ну что, дружище, напомни, кто же это? Это же ТВ Вумен. И глянем, что она сделает. Она буквально... Подожди, что? Она уничтожилась? О, исчезла? Подожди, чего? Телепортнулась на базу агентов, наверное. Подожди, я ее не вижу. Где она может быть? Как ты думаешь? Конечно же, в сердечке у подписчиков. Смешная шутка, смешная. Но правда, где она? Сзади тебя. В смысле сзади меня? А, я на здании стоял. Я понял, понял. Ну ладно. Давай тогда еще один разочек. Если она все же телепортируется. Ну и наша ТВ Вумен пытается защищаться, пытается. И, кстати, мне показалось то, что у нее ТВ-шка отпала. Но нет, друзьяшки, как вы видите, наша ТВ Вумен... Конечно же, выживает. Это кто? Это диджей! И он, конечно же, эпично у нас уничтожается. Еще и взрывается. Интересно, а почему он взорвался? Ну, походу, слишком сильная басуха была, понимаешь? В его наушниках. Ну, видимо, так и есть. Так, еще одна попыточка. Ну и, как мы видим, наш диджей уничтожается. Почему? Почему он настолько слабый? Да он к официальным персонажам даже не относится, он просто диджей, он в одной серии появился, потанцевал и пропал. Ну, можно сказать то, что он 50 на 50 как фанмейт. То уничтожается, то нет. Но в сегодняшнем выпуске наш диджей, к сожалению, не выживает. Эх, вот бы он прокачанный вернулся в сериал, прикинь. Это было бы вообще эпично, но, к сожалению, это навряд ли. Ну и устрашающий скибиди-туалет. По твоим ставкам, кстати, должен выжить. Ну, конечно, он выживет, он же паучок. Все паучки всегда выживают. Например, Трипод, Камера, там, Октавиус. Я думал, ты про Человека-паука скажешь, ну ладно. Так, и где же наш поезд? А, во, уже подъезжает. Готовься! Готовься к смерти! Вот это, кстати, его неплохо отшвырнуло. Так, и наш паучок... Кстати, выживает, походу. Ну, ему буквально колесо оторвало. Там пушку, ну и зубки немного подровняло. Ну, кстати, да-да-да. Давай еще один разочек, тогда уж. Ну, давай, я переспавнился и еду прямо на поезд. О, кстати, что? Подожди, он тоже выжил? Точнее, снова выжил? Ну, по его выражению лица я бы не сказал. Хотя он едет. Ну, смотри, он же ездит. Да-да-да, как ты говоришь, он ездит. Ну, значит, он выжил.
На самом деле ему очень сильно повезло. С таким везением ему надо идти лотерею выбивать. Ну, получается, значит, он выживает. Ну и, наконец-то, титаны. Это ПК-мен. Я думаю, он не выживет. Почему? Я вот наоборот болею за ПК-мена. Ну и, дружище, давай. Выживи, пожалуйста. Кубик! Кубик, ну за что? Мы же только в предыдущем выпуске говорили про то, что кубик это слабое его место. Ты ведь понял, почему он сломался? Чисто из-за дерева. Ну да, кстати, я видел, как он ударился. Ну и еще одна попыточка. Так, друзьяшки, наблюдаем. Поезд уже у нас подъезжает. И наш ПК-мен уничтожается. Серьезно? Неужели настолько он слабый? Ну конечно, он же фанмейт. Да уж, бедный Титан. Новый Джимен из 60-й серии. И у меня почему-то предположение, то, что он уничтожится. И наш поезд его, по логике, как вы видите, да, уничтожает. Причем даже с лагами, блин. Вот это красотища, конечно. Да, это очень эпично выглядит. Сколько же в нем деталей. Кстати, это реально, знаешь, скибиди-паркур. Ну или же свалка, знаешь, для скибиди-бомжа. Он тут, мне кажется, всю жизнь может прожить. Да и не только прожить, он тут может улучшение свое найти. Вот это, конечно, друзьяшки, да. Кстати, жаба, про паркур, хорошая идея. Может быть, реально сделать скибиди-паркур? Я даже не представляю, каково это. Но, друзьяшки, если вы хотите какую-нибудь карту по скибиди-туалетам, то, конечно же, пишите в комменты. Ну а мы приступаем к следующему титану. Скибиди-гранатометчик. Чтобы было честнее, я не буду выпускать ракеты. Подожди, тогда он взорвется. А подожди, нет, нет, нет. Как же так, офигеть. А почему он так сильно рассыпался? Еще и ветряк задел. Еще одна попыточка, и он выжил походу. Хотя, ай-яй-яй-яй-яй. Что-то как-то ему не повезло. Кстати, смотри, он уже почти рассыпался, хотя такой же веселый, как и был. Да, как ты сказал, почему-то у него выражение лица не поменялось. Такой же довольный. Видимо, мечтает уничтожить очередного камерамена. Вот это да, просто взял и рассыпался на ровном месте. А я только хотел сказать то, что он выжил, но, как вы видите, нет. Хотел только еще одну попыточку ему дать, но, к сожалению, он не дотерпел. И, конечно же, уничтожился. О-хо-хо-хо-хо! Ну и наш злой ученый! Скибиди Туалет Экзе! Или же Титан 2.0! Ну и он у нас... О, подожди, а что это за лаги только что были? Ты видел? Он как будто просто телепортнулся. Я видел это! И, подожди, что? А как он сквозь него проехал? Что за приколы? Ну знаешь, видимо, этот ученый понял схему этого поезда. Ну и тем самым он у нас, конечно же, выживает. Потому что это самый сильный титан в сегодняшнем выпуске. Сильнее него может быть только Титан Камермен 2.0. И то с натяжечкой. Ну мои подписчики в предыдущем выпуске как раз таки видели... То, что Титан Камерамен с этим детком, естественно, справился. Ну а в сегодняшнем выпуске у нас побеждает 5 мутантов. Скибиди Пила, Спикер Вумен, ТВ Вумен, Паук Скибиди Туалет, ну и Титан Злой Ученый. Они, конечно же, выдержали удар поезда. Ну а я, друзьяшки, надеюсь, то, что ваш лайк уже стоит, вы подписаны на канал, ну и сегодняшний выпуск вам понравился. Ну а с вами был я, Жабка, и, конечно же, мой строитель Натор. Всем удачи, ну и, конечно же, пока-пока.